Все мы знаем, что контактные линзы помогают нам лучше видеть, и на ночь их лучше, конечно, снимать. Но оказывается, сейчас существуют специальные линзы, которые восстанавливают зрение, и вот их перед сном надевать надо обязательно. Человек спит, зрение восстанавливается. И эта фраза не из фантастического фильма о будущем. Исправление зрения во сне при помощи специальных ортокератологических линз – это, пожалуй, самый современный метод временной оптической коррекции близорукости и астигматизма. Доступен он сегодня и ростовчанам. Особенно актуально это для детей. Ортокератологические линзы могут быть рекомендованы к применению у детей 6 лет. Так же, как и обычные мягкие контактные линзы, их надевают на роговицу, но происходит это не утром, а за 15 минут до сна под контролем родителей. За счет особой конструкции ортолинзы обратимо меняют переднюю поверхность роговицы, что позволяет эффективно тормозить прогрессирование близорукости и иметь высокую остроту зрения без очков в течение всего дня. Подбор ортокератологических линз профессионалы проводят исключительно по результатам тщательной диагностики. Используется при этом высокоточное современное оборудование. Родителям важно обратить внимание, что подбором линз должны заниматься только сертифицированные специалисты, имеющие большой опыт работы в рефракционной терапии. Спонсор рубрики – офтальмологическая клиника «Эксимер».